Привет! Привет, я на канале Костюх Лисы Игра. И сегодня буду вам петь песенку про пальчики. По многочисленным просьбам наших зрителей, да? Они просят, чтобы Алиса спела песенку про пальчики, потому что она в некоторых видео обещала спеть и не спела. А сейчас она хочет спеть для вас песенку про пальчики. Ой, у меня Минни-Маус. Да, с Минни-Маусом Алиса будет петь песенку про пальчики, да? Ну, она сидит. Да, а песенка на английском языке. Алиса у нас изучает английский язык, да? И будет петь песенку про пальчики. Где твой Минни-Маус делся? Он спит. Ну, давай, показывай нам. Вы же будете с Минни-Маусом петь песенку. Он спит. Ну, не надо. Давай, Алиса, показывай и будем песенку петь. Пусть он спит. Ну, давай тогда будем песенку без Минни-Мауса петь. Давай. Puzzle finger, where are you? Here I am. How do you do? Brother finger, where are you? Here I am. How do you do? Sister finger, where are you? Here I am. How do you do? Baby finger, where are you? Here I am. How do you do? Молодец, Алиса. Давай мы переведем, что это означает. Там речь идет папа пальчик, мама пальчик, братик пальчик, сестренка пальчик и бэби пальчик, малыш пальчик. Ну, я переведу, чтобы всем было понятно. То есть, например, бэби пальчик, где ты есть? Вот он я, как дела? Да? И так про другого персонажа. Молодец, Алиса. Всем говорим пока-пока. Посмотрите. Да, посмотрите, у Алисы какой Минни-Маус есть. Это она сейчас только что с Егором сделала, да? Да, она висит на моих пальчиках. Да, висит на Алисином пальчике. Да, она Алиса стоит. Всем говорит пока-пока. Подписывайтесь на канал в гостях у Алисы и Егора. И Алиса вас что? Любит. Алиса вас любит и дарит вам сердечко такое.